Маска надета, ласты уже на ногах, пора вставать на изготовку. Свисток судьи, вот всех собравшихся в Щелковском бассейне Нептуна катило брызгами воды. Но никто не возмущается, ведь проходит первенство Щелковского муниципального района по плаванию в ластах. Оно делится на две категории – плавание в классических ластах и плавание в моноласте. Более 150 молодых спортсменов готовы посостязаться в этом непростом, но увлекательном заплыве. Действие действительно зрелищное, и болельщиков собралось немало. Страсти накалены, родители болеют. Вот. Ну, конечно же, все тренеры тоже переживают за своих воспитанников. Хочется хорошего результата. Главное в этом виде спорта – выносливость, сила и, конечно же, хорошо отработанная техника. А вот мотивация у юных участников, как оказалось, разная. Кто-то нацелен исключительно на результаты, для кого-то важно участие. Сегодня мы плыли дистанции 50 метров моно, 50 метров ласта. Мне очень нравится заниматься плаванием. Я занимаюсь бассейном с детства, очень люблю его и в дальнейшем хочу стать мастером спорта. Победители были выбраны в каждой возрастной категории и награждены медалями и дипломами. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».